Наша собака сторожит грабли, и только стоит к ним подойти мне или другой нашей собаке Лоте, начинается рычание. Мои грабли. Даже хозяину не дает грабли. Мои грабли, это мои. И не отойдет отсюда, от этих граблей может и час сидеть. А у нас идет облагораживание участка, поэтому нам срочно надо здесь работать. Никак не может наша собака успокоиться. Грабли должны работать. Ну дай мне. Как ты обманул? Только завязывать, да? Ну вот, давай в сторону, иди туда. Вот. Ну дай мне работать. Тут должны быть помощники, они мешательные. Сторожи свои грабли. Вот так будет стоять и ждать, пока они не заработают. Вот, есть работа. Грабли не хочется.